две играющие команды яркие, забивающие достаточно часто. Короче говоря, афиша, наверное, самая яркая из тех, которые сегодня вообще представлены. Кросс вперед. И Вест Хэм момент создает и забивает! Но на такой скорости надо было, во-первых, мячу успеть, во-вторых, принять и в-третьих еще и попасть. Хорошо, да. Ксачев за ним не успел. Ну, стал уже. Во втором тайме уже удар! Лови, 2-0. 2-0. Как удачно вышел на замену Филипенко. Дубль! Выйдите через центр, подержите мяч. Всю игру в футбол, давай. Выиграли угловой. Ух ты! Ой, перекладь, налетел, налетел, нет! Да, третий, 3-0. Хорошо, угловой выиграли. А, может быть, мяч еще. Да, в ворот-то он залетел, а вот момент передачи. Да, здесь, по-моему, не ушел. Хорошо, ну, доиграть! Да, гол, 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 3-1. Мартына! О, Татар голевая! Да. Носка! Разыграли коротко, а вот тут уже штрафная рядом, и штрафной тоже поближе. Быстро, быстро нужно разыгрывать, это решающий момент матча. Мартына? Нет. Ой, еще! Ой, гол! Нет. Ой! Момент. Добрый вечер! Ну, рисковали, рисковали. Базар до конца бился. Базар едва не сравнял счет. Спасибо командам, спасибо тренерам, спасибо болельщикам.